Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. А мы суббота приехали на шашлычки. Набрали всего курицы, сосисок, будем жарить шашлыки. Хотели поехать наше лето, тепло. Сезон, открываем сезон шашлыков. Правда, мы уже открывали его как-то недавно, но мы еще раз его открываем. Уже тепло? Да. Уже тепло. Вот, мы хотели поехать в место, где мы обычно всегда жарим шашлыки. Это такое красивое местечко, недалеко от Анталии, но там все закрыто. Поэтому мы приехали в Сарысу. Район это Кони-Алты. И много машин. Ну, кстати, не так много, как раньше было, как летом обычно. Мне кажется, много. Ну, нет, еще места много есть, где поставить машину. Закрыли вроде все машины. Вот, сейчас покажу. Ну, здесь, кстати, уютненько. К морю пойдем посмотрим. Здесь тоже рядом прям. Мы с друзьями, да, сейчас пойдем искать их. Не знаю, где они. Машин много, кстати, много иностранных машин. Очень много прям. Вот, к примеру. Это наша. Вообще пока. Кому пока? Пошел ты, пока. Слушай, Ур, этот пакетик тоже тяжеленький, возьми его, и коляску. Тяжелый, тяжелый он. Так, пойдемте искать наших. Наших, идемте. Народу вообще. Сказали, где круглая беседка, ближе к морю прям. Там дальше к морю есть еще беседки? Круглая, сказали, какая-то. Что такое круглая беседка? Ну, сейчас я позвоню, спрошу. Мы тут расположились за беседочки. Много беседок, но вот на вот этой территории нельзя жарить шашлыки. Шашлыки можно жарить вот туда, подальше чуть-чуть. Вот, но тут красиво, что здесь горы. Такое прям местечко классное. Ну, пока ремонт всего, видите, столы тут что-то красят. Такое, ну, кстати, честно говоря, мне не очень нравится Сарысу. Мне больше нравится в Ларе. Не знаю, почему мы здесь тоже были несколько раз, жарили шашлыки, но как-то мне не знаю. Не очень. Здесь открыто очень место, здесь сильный ветер. Либо это сейчас так нам повезло, либо тут обычно всегда ветер. Не знаю, вот кто знает, напишите. Вот. Красиво здесь, конечно. Прям вообще. Горы, то, что такая дымка. Интересно, народ уже купается, потому что погода уже такая хорошая прям. Красота. У нас уже вечереет, и, кстати, чем тут... Ну, как бы сказать, что нравится, не нравится. Летом, наверное, хорошо, но все равно рано очень темнеет, потому что здесь огромная вот эта вот гора, получается, вот она. Солнце рано заходит и рано темнеет. И здесь есть фонари, но я не знаю, насколько они будут здесь работать вообще и как, насколько здесь будет светло. А мы еще даже не начали готовить есть. Я единственное только курицу замариновала, и мы еще ничего не готовили. Почему? Потому что мы держим пост. Не хотела поднимать эту тему, честно говоря, потому что это все, ну, такое, мне кажется, личное. Но все равно многие мне пишут комментарии, спрашивают: Таня, вы держите пост? Не вы, а муж мой. Мой муж держит пост, да, он держит, но как держит? Ну, держит, да. В том году, по-моему, он не держал. Или держал, в том году не помню. В том году... А, я была в России в том году, да, поэтому я не помню. Вот, а когда он не держал? А, позапрошлым. За прошлым году я беременна была, я не держала, он держал. Я держала 2 года назад точно пост. А скажете, зачем, Таня, вы что, приняли там мусульманство или что такое? Нет, друзья, я просто поддерживаю мужа, так как он держит пост, он не ест, не пьет ничего в течение дня. И вечером, когда он приходит с работы, ну,
Я считаю, что это даже некрасиво, чтобы там мы сидели, ели как-то, пили и так далее. Ну, вот я в качестве поддержки поддерживаю мужа. И плюс, это, кстати, очень хорошо для здоровья, я читала. И также, ну, естественно, это как диета. Вот, поэтому, да, не думайте, что я это с какой-то точки зрения... Даже если, кстати, это было с точки религиозной, да, какой-то, я не вижу в этом ничего плохого, но именно в моей ситуации, в моей стране, это для именно поддержки мужа и диета такая. Вот, а муж держит у меня, как, так как верующий, да, действительно, он у меня держит пост. Тяжеловато, он работает, и, конечно, тяжело, целый день на работе. Вот, и у нас сегодня первый день поста. Не ела, не пила целый день ничего. Привет. Скажу честно, вот я, когда 2 года назад с ним держала также пост, я не скажу, что мне было тяжело. Не было такого, что я помирала, умирала, там лежала дома и как-то мне было плохо. Не было такого. Я могу, мне кажется, я могу спокойно не есть целый день, не пить. Для меня это нормально. Вот, а Ур, он уже под конец, он уже такой под конец дня, он весь, все, я умираю, все мне плохо, все у меня вот, все, я не ел, у меня давление, ну, у него действительно давление часто, потому что он, у него операция была на желудок, и у него после этого, видимо, какие-то осложнения пошли, и у него часто такое, да, бывает, поэтому ему вдвойне как бы тяжело, я понимаю. Но вот сказать, что это как-то тяжело, да, там кто-то говорит, что не, я не могу, я там работаю, я там это все-таки, мне кажется, какие-то причины. Но у каждого свое мнение, у каждого свое желание, никто не вправе судить, никто не вправе говорить, держать тебе пост, не держать, это выбор каждого. Вот, ну да, мы вот с мужем держим. Может, я так не очень хорошо и выгляжу, поэтому под конец дня, конечно, ну ничего, потом зато все будет нормально. Все, я смотрю, вон Ур, сейчас уже, наверное, мангал буду делать. Уже будем готовить сейчас ужин. Наконец-то уже жарим шашлык. Дети бегают, тут вообще с ума сходят. Кстати, очень много русских здесь, ну, русскоязычных. Много детей, и вон все бегают. Ну, не очень, правда, ухоженный здесь этот парк. Он разрушен, что-то все валяется. Пока еще, наверное, не успели это все сделать. Вот, но скоро будет. Ур там что-то лук режет, что ли. А куда ты его так режешь? Салат, что ли? Нет. А зачем? Да. А, просто будешь есть, так? Да. А я думал, ты его запечешь в этом. Да, это так. Не хочешь. Кстати, купили такой вот напиток. Обязательно попробуйте. Господи, могу быть, рамазан шербете. Очень вкусный. Вот мы сейчас его будем есть. Я уже успела салатик приготовить. Вон здесь вот зелень всякую порезали тоже. Сейчас все будет. Сейчас детей мы сначала покормим. У нас так быстро стемнело вообще. Ну, буквально в секунду мы только успели пожарить шашлыки, сели есть, и сразу стало темно. Но здесь плюс, здесь подсвечивается. И мы сели за столиком, где хорошо все видно, светло прям. Вот, поэтому мы смогли очень вкусненько поужинать. Вот, сейчас еще посидим чуть-чуть. Там еще все доедают. Я вот с Настей вышла прогуляться тут по набережной. Такой тут хорошо, удобно погулять. Кстати, здесь вот рядом с этим вот пикниковой зоной, вот с РСУ, да, где у нас находится, рядом есть еще женский пляж. На женский пляж могут ходить только женщины. Он еще пока не работает, пока туда всех пускают, но скоро там будут, ну, можно будет заходить только женщинам. Это очень, кстати, классно, когда вы хотите без мужчин побыть. Да, в Турции такое практикуется, это нормально, часто такое и бывает, что именно женские только пляжи. И вот тут он есть, там охрана есть, там проверяют как бы все, а туда не пустят мужчин. Вот, я там была давно очень, я была с сестрой Ура, еще вот к нему приезжала сестра и племянница, и мы тогда вот вместе ездили туда. Вот, хороший пляж такой, ухоженный, там и шезлонги есть, все бесплатно, вход бесплатный там был. Вот, не знаю, как в этом году будет, посмотрим. Народу не убавляется, все сидят, прямо у всех жизнь кипит, все сидят, ужинают. И, видимо, то, что сейчас уже все, уже можно ужинать, что, ну, те, кто держит пост, людей так, мне кажется, даже подприбавилось. Наверняка многие приехали на ужин, потому что сегодня суббота еще, к тому же. Сейчас покажу вам. Не очень хорошо видно, но огоньки вот везде, все сидят, ужинают, сидят за столиками.
конечно, красивая гора здесь. И здесь еще канатная дорога. Сейчас не работает, но днем работает. Можно подняться на гору. Там кафешка наверху, ресторанчик. И вид на всю Анталию. Потрясающий вид такой, конечно, красивый. Очень много свободных столиков. Я думаю, что когда нет этого поста, я думаю, что все столики, скорее всего, заняты. Особенно субботу, воскресенье. Но вот сейчас можно спокойно найти столик. Вот. И можно спокойно поужинать здесь. А еще у меня идея возникла сюда приехать на завтрак. Но завтрак это уже после поста будет у нас. Вот, на завтрак я приехала, потому что тоже вид красивый, и столы такие большие здесь удобные. Как раз много-много еды разложить и завтрак устроить турецкий прям. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!